чтобы все улицы были услышаны. Под таким девизом в Краснодаре продолжается обсуждение изменений в генеральный план. Прошло уже более 20 встреч с жителями разных районов города. Получено около 400 предложений. Одно из слушаний состоялось накануне в хуторе Новый. Общественное обсуждение там провели, несмотря на то, что населенный пункт состоит из единственной улицы. Встреча проходила под открытым небом. Наглядный материал прикрепили к ограждению одного из частных домовладений. Из 400 местных жителей обсуждать корректировки пришли 10 человек. Им рассказали, что в Новом зарезервированная земля под школу и детский сад. Социальные объекты будут востребованы, учитывая, что в хуторе по госпрограмме выделено больше 100 участков многодетным семьям для строительства жилья. Хуторяне интересовались, когда они начнут обрастать инфраструктурой. Нам сказали, что будут дома строиться, частные, все это. Но к этим домам нужны дороги, нужен газ. Будет когда-то школа, будет это, но к этому же надо все равно дорогу и газ давать. Генеральным планом предусмотрено функциональное зонирование. Подобные вопросы им не рассматриваются. Однако мы слышим жителей и максимально стараемся донести до соответствующих служб их проблемы, которые они озвучивают здесь. В числе озвученных проблем – отсутствие магазина и аптеки. В хуторе ничего нет, кроме жилой застройки. На продовольственный шопинг приходится ехать в соседний Копанской. Возможно, застройка и прирост населения в будущем сделают хутор привлекательным для бизнеса.